С 31 июля улица Екатерининская около привоза полностью открыта для автотранспорта. Ремонтные работы уже завершены и есть разметка. Общественный транспорт, маршруты которого проходят по данному участку, будут двигаться по выделенным полосам по обе стороны улицы. А с учетом активного пешеходного движения на данном участке организовано 3 пешеходных перехода. В мэрии отмечают, что город занимался только дорожным покрытием. Эти работы были проведены совместно, скажем так, заинтересованным бизнесом, то есть за внебюджетные средства. То есть город, по сути, восстановил только асфальтобетонное покрытие на этой проезжей части, привел в порядок, скажем так, разметку и подготовил предложение по организации дорожного движения. В свою очередь представители торговых центров «Остров» и «Привоз» взяли на себя полностью весь комплекс работ по благоустройству пешеходной зоны. Кроме того, если вы помните, там были несанкционированно нарезанные карманы. По сути, как бы представители этих структур эти карманы убрали, то есть мы восстановили единую линию. То есть для города это такой хороший показатель, когда и бизнес, и город совместно наводят порядок и делают, скажем так, наши улицы удобными в первую очередь для людей. Однако на этом все удобства для пешеходов закончились. Сейчас по улице удобно передвигаться только автомобилем, а вот инфраструктуры для пешеходов пока нет. Прямо сейчас людям приходится идти по проезжей части, потому что ремонтные работы на тротуаре до сих пор проводятся. И чтобы дойти до части, где он есть, нужно выходить на образовавшуюся автобусную полосу. Отмечу также, что дорожники установили светофор на углу Екатерининской и Новощепного ряда. Однако он пока не работает. Также общественные активисты и депутаты горсовета заметили, что уже реализованный проект реконструкции улицы не предусматривал зеленых насаждений. Ведь подготовленного места для них нет, а ремонтники вряд ли будут разрушать тротуар для деревьев. Игорь Исаенко, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».